Здравствуйте, с вами Сергей Кизоркин, и значит, вы смотрите самарские новости спорта. Дзюдоисты завоевали 3 медали на Кубке Европы. Баскетболисты Самары стали победителями международного турнира. Тольяттинские гандболистки вторые на первенстве России. Тольяттинские гандболистки спортшколы «Олимп» стали вице-чемпионами на первенстве России в Ростове-на-Дону. На финише турнира в золотом матче они уступили краснодарской команде со счетом 21-28. Это 4-я медаль по итогам соревнований у тольяттинской спортшколы. Более юные спортсменки завоевали золотые награды. Мемориал Кордопольцева выиграли в Челябинске юниоры баскет-клуба «Самара». Второй год подряд им улыбнулась удача на этом международном турнире. Отмечу, на этот раз самарская команда выиграла все матчи баскетбольного дерби. 8 самарских дзюдоистов в составе сборной России удачно выступили на Кубке Европы. Конкуренцию им составили 18 стран. Первое золото на счету Анастасии Павленко. Серебряную медаль завоевала Валентина Костенко, а бронза у Дарьи Межецкой. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой.